Всем привет! Если вы давно не готовили шарлотку с яблоками, да еще и с ягодками, то сейчас самое время летом это приготовить. Давайте приступим! Для приготовления рецепта шарлотки с яблоками я возьму рис. Риса у меня здесь 250 грамм. Рис я беру арборио. Ризотто райс написано. Для ризотто можно взять любой, это не имеет значения, какой вы возьмете рис, какой есть, такой и берите. Почему я беру арборио? Он дает, знаете, такую как бы кремистую структуру, или попросту говоря, каша размазня получается. Я такую люблю. 25 грамм сливочного масла, можете взять больше, возьмите больше. Это тоже по вашему вкусу и возможностям. Пол чайной ложечки соли. Две щедрые у меня столовые ложки сахара. Можете взять больше, можете взять меньше. Это не имеет значения. Потом вы можете, когда уже будет готово блюдо, можно его досахарить. Может быть, даже досолить, если кому-то потребуется. То есть это вот как бы, знаете, такие ориентировочные данные. Ваниль. У меня вот такая ваниль. Это имитация ванили. Я во все такие блюда, которые там сладкие, выпечку, все, я всегда ложу ваниль. И яблоки. Яблоки можно брать любые, какие вам хочется. У меня вот здесь вот 1,5 килограмма яблок, их 6 штук. Я возьму 4 больших таких яблока. Яблоки такие, знаете, хорошие яблочки. Я возьму 4. Значит, яблоки, как вам сказать, если шкурка не очень жесткая, можно не чистить. Если шкурка такая как бы жестковатая, можно почистить. Я почищу. То есть я готовлю и с нечищенными, и с чищенными. В данный момент мне хочется с чищенными. То есть я возьму 4 штуки. В общем-то, у меня получится килограмм. Можете брать яблок столько, сколько вам хочется. То есть можно меньше, можно больше взять. И вообще яблоки можно заменить изюмом. Ну, конечно, без косточек изюм, чтобы мне потом не пришлось их выплевывать. А изюм без косточек помыть тоже по своему вкусу. Это вот то, что необходимо для приготовления этого рецепта. Теперь я яблочки почищу и порежу кубиками. Яблоки я почистила, порезала на кусочки. Рис тщательно промыла в нескольких водах. И можно приступать к приготовлению. Приступаем. Я буду готовить в мультиварке, а вы можете использовать сковородку и кастрюльку, если вы потом будете дальше проваривать. Или вы можете использовать в духовке, например, блюдо для запекания, если вы захотите, как сказать, продолжить свой рецепт, готовить в духовке. Но первое, что мы будем делать. Значит, сначала я нажму здесь кнопочку «Браун Сате». Это для того, чтобы можно было растопить масло, потом сахар, потом яблочки и немножко их обжарить. Так, я вот нажимаю «Старт-стоп», оно начало греться. После того, как кастрюлька нагреется, я туда выложу кусочек масла. Кастрюлька нагрелась и показала, что можно приступать. Значит, вот эта часть, которая тут с маслом, сахаром и яблочками, вы можете это делать в глубокой сковородке, то есть обжаривать. Яблочки я буду сейчас в масле с сахаром, то есть это можно делать в глубокой сковородке. Так, тут у нас масло растапливается. Я подвину немножечко камеру, чтобы было лучше видно. Вот там оно уже так шипит. Как только масло растопится, туда можно будет всыпать сахар. А почему я всыплю сразу сахар, а не яблоки? Для того, чтобы сахар немножечко карамелизовался. Потому что если его просто всыпать с яблоками, ну, яблоки сок будут давать, будет там много отходить воды.
А так и сахар будет впитываться в яблоки. Он в любом случае будет впитываться в яблоки. Ну, так как бы будет немножко лучше. Знаете, вот теперь я уже масло растаяло, и можно всыпать сахар. Сахар осыпьте по вкусу. Вот столько, сколько вам надо, столько его и сыпьте. А, знаете, очень интересно вот это вот название шарлотка. То есть в моей как бы юности это называлось шарлотка. В общем-то, больше делали с изюмом, чем с яблоками. Я как-то всегда знала, что шарлотка – это вот такая какая-то рисовая каша с яблоками. Ну, рисовая каша с яблоками так выглядит не очень интересно. Так, пусть погреется немножечко. А шарлотка как бы так, ну, выглядит аппетитнее, скажем так. А, и вот уже по прошествии какого-то времени, когда я уже подросла и выросла, я вдруг услышала, что шарлоткой называется совсем другое изделие. Что это выпечка, там где мука, яблоки, еще что-то. И теперь в основном я встречаю шарлотка, это вот это вот, выпечка. Мне так, знаете, интересно. А в моем понятии все-таки шарлотка это рисовая каша с яблочками. Или с изюмом. Знаете, вот с ягодами, наверное, оно не пойдет. Единственное, я думаю, может быть, можно персики использовать. Такие, знаете, персики, которые как бы такие довольно твердые. Спелые, но довольно твердые. А больше мне ничего в голову не приходит. Так, вот сахар начал уже понемножечку как бы поджариваться и карамелизоваться, да, видите, вот так вот цвет уже его меняется. Ну и в принципе мы же как бы не соус карамельный делаем такой, а просто нагреваем сахар вместе с маслом, чтобы чуть-чуть карамелизовалось. Ну и теперь у нас сюда пойдут яблочки. Яблочек так много. Ой! Тяжело удержать эту миску. Я хочу немножечко первую эту порцию размешать. Сейчас я все остальные выложу туда. Так. Яблоки можете брать любые по вкусу. Ну, с моей точки зрения, сладкие лучше. Ну, если, может быть, у вас там какая-то проблема, знаете, диабетики, они больше кислые яблоки используют, то вы можете использовать и кислые яблоки. А потом, знаете, есть же там диабетические всякие, как бы варенье есть там диабетическое, или там какой-то джем диабетический, который там, может, вы сами делаете, может, вы покупаете. Есть там, знаете, вот в советское время делалась там на ксилите, сорбите. Почему я вспоминаю в советское время? Потому что я жила со свекровью 15 лет, а она была диабетик. И поэтому она вот такие вот эти продукты использовала. Поэтому я как бы немножечко соприкасалась с человеком, который больной диабетом. Ну, так приблизительно представляю. Но она была на таблетках, ей не надо было делать уколы. И поэтому как бы ей было как бы немножко легче переносить свое это заболевание. Хотя она каждые 3 месяца ходила в больницу, каждые 3 месяца сдавала там все эти анализы. Так, пусть яблочки немножечко потушатся. А вы это можете делать такое, как я уже сказала, в сотейнике или в глубокой сковородке. И использовать потом какую-то кастрюльку, куда мы все это можем выложить. Я оставлю здесь, я только рис сюда добавлю, а вы можете выложить в кастрюльку и перемешать в кастрюльке. И дальше то ли вы будете сверху на плите готовить, то ли вы это в духовку поставите. Это уже по вашему, так сказать, вкусу и желанию. Яблочки прогрелись, прожарились, протомились у меня. 9 минут заняло времени. Ну, я решила, достаточно. Все равно они будут готовиться именно с рисом. Это основной процесс готовки. Мне не цель эти яблочки там сварить так, чтобы они были там уже совершенно готовые. Я думаю, что для этого рецепта можно взять даже и консервированные яблоки. Тогда как бы этот момент, вот, когда мы тушим яблоки,
Наверное, он будет несколько проще, когда можно и не тушить. Но именно, знаете, хочется свежих яблок, потому что свежие яблоки, это я соль высыпаю. Свежие яблоки, свежие яблоки. И сейчас у вас лето, их можно прямо с дерева, у кого есть такая возможность, нарвать. Так, ну и тут же я налью ванили. Так я лью всегда на глаз. Ну, вот так вот. Пусть дает какой-то свой такой запах приятный. Вы можете использовать ванильный сахар, можете использовать ваниль там, настоящую. Ну, в общем, что есть, то можно использовать. Так, я вот стараюсь хорошо это все перемешать. И можно будет добавлять воды. Значит, воды, я ее скипятила, вода у меня горячая. Ну, это, знаете, с точки зрения экономии времени. То есть можно, в принципе, заливать и холодной водой. Это как-то не суть важно, какой водой вы там зальете. Ну, так, чем будет горячая вода, тем же быстрее все это будет. Выливаю. Значит, у меня тут 800 миллилитров воды. Вот так, вылила. Вылила. Думаю, этого достаточно. И можно закрывать крышечкой. Закрывать крышечкой. Но перед тем, как закрывать, я остановлю. Я нажму старт-стоп. И теперь крышечку проверяю, чтобы она стала в правильное положение. Замочек замкнулся. Клапан стоит так, как полагается. И теперь я нажимаю на кнопочку, которая называется рис. Ризотто. А у вас это может быть, если у вас мультиварка, может быть, у вас там есть как бы показано там то ли рисовая какая-то каша, то ли что-то. А если нет никакой мультиварки, то и в кастрюльке ставим. Вот у меня показывает 12 минут. Ну, 12 минут, так 12 минут. Достаточно. Хотя можно даже взять и меньше. 10 минут. Я уже когда делала, то я брала меньше времени. Я брала так, как книжка с рецептами к этой кастрюльке говорит 8 минут. Ну, так вот. Оставлю 10 минут. Думаю, этого будет достаточно. Не в том смысле достаточно, что там 8 минут не хватит. А просто у меня ж яблоки такие. Хочется, чтобы они как бы получились такие, ну, более мягкие. Чтобы консистенция была подходящая риса и яблок. Ну и все, нажимаю старт-стоп. Нажала старт-стоп. Пошел нагрев. Когда нагрев закончится, тогда пойдет уже эти 10 минут готовки. 10 минут готовки прошло. Моя умная кастрюлька посигналила. И начался обратный отсчет. То есть она сохраняет тепло. По рекомендации крышечку открывать желательно минут через 10. А я хочу, чтобы оно вообще, я вот уже тут ложечку приготовила, тарелочку приготовила, покушать. А я хочу, чтобы оно подольше постояло. Оно пусть подостынет немножечко, лучше настоится. И тогда уже можно будет насладиться шарлоткой с полным удовольствием. Прошло 20 минут ожидания. И можно приступить к открыванию волшебной кастрюльки. Я все-таки на всякий случай клапан открою вот так вот. Ага. Оказалось, он еще шипит. Шипит. Ну, это уже не страшно. И можно будет открыть крышечку. Так, еще немножко, еще чуть-чуть, еще одну секунду. Я уже тут вся такая приготовилась. С ложкой, с тарелкой. Так, открываем. Открываем. Оно что-то мне не хочет открываться. А, вот, товарищи, вот не хочет открываться. А надо нажать старт-стоп. Ага. И здесь отключить кастрюльку. Вот как кастрюлька сделана. Для таких, как я, которые там спешат. Вот, а теперь так открываем легко и непринужденно. А я вот и не знала, что кастрюлька вот так вот работает, что ее нельзя открыть, пока она не выключенная. Так, что тут у нас? Сейчас я так вот подвину. Яблочки всплыли наверх.
Теперь это все перемешаю. Перемешаю. Яблок много, риса не очень много. Ну, я так хотела, я так люблю. Знаете, то есть, если вы любите, чтобы, например, было больше риса, а меньше яблок. Знаете, это я в плове люблю. Я в плове люблю, чтобы было много риса и поменьше там какой-нибудь курицы или мяса. Я люблю такой рис из плова. А здесь я хотела именно, чтобы было так. Теперь я выложу на тарелочку. Так. Осторожненько, осторожненько. Вот так, на тарелочку. И пускай оно немножечко остынет. То, что все равно еще довольно горячее. Ну, вкус, как бы вкус. Вкус я знаю, какой будет. Единственное, что я могу сказать, это соль, сахар. То есть, достаточно ли столько? Потому что, знаете, у меня нет какого-то такого рецепта точного. Ну, вот так вот. Сколько насыпала, столько и насыпала. И поэтому... Я так щедро себе накладываю, да, что тут яблоки. Потому что я хочу так щедро этого покушать. Я подожду, пока немножечко остынет. В конце приготовления каждого рецепта наступает самый приятный момент. Попробовать. Ну, я, в общем-то, знаю, какое оно должно быть на вкус, потому что я готовлю его не первый раз. Очень вкусно. Это правда. Яблочки сладенькие. Сахара достаточно. Я насыпала 2 столовые ложки. Так, с горочкой. Соли достаточно. Ой, так вкусно. Вы знаете, я как бы когда снимаешь рецепт, когда, то ты как бы встал утром, позавтракал. Яблоки такие мягкие, во рту тают. Так вот, ты встал утром, позавтракал. Потом начинаешь снимать. Снимать это не так просто. Надо приготовить тут. Тут разобрал, тут кастрюлька приготовил, тут камеру приготовил, тут тарелочку, тут продукты, тут еще что-то. И пока ты это снимешь, то уже как бы наступает время, когда тебе очень даже и очень пора покушать. Хочу сказать, что это блюдо относится к категории, ну вот можно сказать, знаете, когда, вот на летом, например, да, когда жарко, вот когда жарко, ну его можно готовить не только летом, его можно готовить в течение года, да, сейчас яблочки и ягодки это не проблема, вот, и его хочется приготовить вот тогда, когда, ну, знаете, мяса не хочется, там, когда рыбы не хочется, какой-то там картошки тоже не хочется, а хочется вот чего-нибудь такого, вот такого, знаете, простенькое, там, на ужин съесть. Я и на завтрак это ем. То есть оно постоит, там, потом нагрело утречком, и очень хорошо на завтрак. Такой завтрак, и к нему еще и стаканчик кофе. Поэтому мне очень нравится это блюдо. Ну, в общем-то, это что? Это простая рисовая каша с яблоками. По фамилии Шарлотка. Такую я знаю для нее фамилию. Ой, товарищи, сейчас я вот это вот закончу все. И пойду, и так с большим это удовольствием эту тарелочку прикончу. Блюдо такое легкое. Яблочки так хорошо, как бы, не знаю, растушились, разварились. Такие мягенькие во рту тают. Рис тоже очень вкусно получается. Ну, конечно, может быть, на вид такое, как бы не ах, что-то такое. Но на вкус это очень замечательное и вкусное блюдо. Ой, ужасно. Так хочется. Я рекомендую. Вот я рекомендую такое приготовить. Это очень вкусно. Это и детям можно такое блюдо готовить. Очень просто, потому что это с витаминками, это вкусно, это немножко сладенько. Знаете, если вы можете насыпать даже меньше сахара, например, сюда мороженку добавить. Такую вот, знаете, мороженку или кусочек от мороженого добавить, так, небольшой.
в виде соуса будет такое, либо шоколадное, либо там какое-то ванильное, либо еще что-то такое. Можно полить вареницем, например, каким-то. Уменьшить количество сахара, полить вареницем. Может, даже медом. Это тоже. То есть, знаете, тут как бы вариантов море. Поэтому я от всей души вам рекомендую такое блюдо. А я пошла его доедать. Приятного мне аппетита! А вам всего доброго!